Совокупный грузооборот портов Китая с января по сентябрь 2019 года вырос до 10 миллиардов тонн. Будущее транспортной логистики и роль национальных железных дорог обсудили на первой пленарной сессии в рамках форума «Про движение 1520». Появляются новые маршруты, 75 на сегодняшний момент, но в качестве уникальных таких направлений я бы привел поезда из Китая в Италию, в Верону и Милан, и в Люксембург. То есть мы уже и на этом направлении очень конкурентоспособны. И здесь присутствующие коллеги помогают как раз развивать эти направления. Россия действительно является лидером на мировом рынке, занимая позиции, которые объединяют Европу и Азию. И для Азии является транзитным коридором в Европу. Это выгодно и для азиатов, и для европейцев. В России накоплен огромный опыт перевозок на дальние расстояния. Я думаю, роль России будет расти. Китай сегодня огромная страна, огромный рынок для развития. Это та часть мира, в которой каждая современная компания хочет участвовать. Мы активно развиваем сотрудничество и видим перспективы в будущем.